Кто знает, где кончается предрассудок, поверье, и начинается традиция, обычай. Во все времена люди мешали настоящей любви. И любовь уходила от них. Становилось преданием. Пока очередь не дошла до моей племянницы Исиды. Красавица, умница. Каких не бывало еще в нашем ауле. Да что там в нашем ауле? Во всем Дагестане. В школе на уроке рисования никто, кроме Исиды, не мог вывести круг. Вот такой простой круг. Никто. Вот она, Исида. Ее имя в переводе звучит «халва», «сладость». Отец дал ей такое имя, чтобы не показать разочарование. Он ждал сына. К нам не спустились. В самом деле, не иначе эта Исида опять что-то придумала. Я придумала. Давайте отдохнем сегодня подальше от этих кумушек. У источника, а? Зачем? А чего это вдруг Исида? А пусть эти кумушки гадают. Почему это интересно, девушки не спустились к ним? Вот и ломай теперь голову. Условие. Кто добежит до источника последний, исполняет общие желания, идет? О, я так не играю. Аймисай, ну пусть они хоть разочек поломают голову над тем, что это с нами творится. Интересно же. Бежим. Исида, а какое желание-то будет? И куда только смотрит ее отец. Ее отец, почтенный Амир Газела Мирза, муж моей сестры, никуда не смотрит. Он просматривает новый фильм. Перед показом нашим коршинцам. Только дурное предчувствие гложет его сердце. Дело в том, что когда-то в молодости моя сестра Ашура вот так же прискакала к нему поздним вечером. Чем немало удивила молодого джигита. «Зачем ты пришла? Ты обещал взять меня в жены, Мирза?» Отвечала сестра. «А отец, родные?» Испугался молодой Мирза. «Какое мне дело? Видишь, я пришла. Но потом доскажу, после фильма». Кто там? Это я! Зачем ты пришла в такую пору? Ты обещал взять меня в жены. Стоп! Хватит! Прекратите это безобразие!
чем дело? О, почти на мир газела Мирза. Такой безнравственный фильм не будут смотреть коршинцы. Даже не верится, что это наш советский фильм. Ой, девочки, какое я придумала желание! Трепещи та, которая прибежит последней! Что придумала? Скажи сюда! А какое я придумала желание? Трепещи сюда! Все до одного собери! Камняк, камняк, пошарь! Он за границей получил премию. Что-то же! Этот фильм как раз для заграницы! Ну, его вторую неделю в Махачкале показывают. А? Как он называется? Все забываю. Горный ноктюрн. Ну, давай. Посмотрим еще раз. Критически. Ну, что же там такого? Уж больно смелая эта девушка. Ты любишь меня? Я не знаю, но я не могу без тебя. А ты любишь меня? Я бы сам за тобой пришел. Ты опоздал. Отец просватал меня за двоюродного брата. Они сейчас должны приехать за мной. Закрой ворота, или я уйду. Не уходи. Нет, стоп! Это я уйду! Не надо быть таким сладким, чтобы тебя проглотили. И таким горьким, чтобы выплюнули. Пока я здесь хозяин, достойный коршинец, да не оскорбит своих глаз и ушей. Когда у вас будет дочь на выдане, посмотрим, захотите вы, чтобы она смотрела такое. Увезите это обратно и привезите мне другое. Говорят, коршинцы такой народ, что если им не на кого охотиться, они придумают зверя, чтобы его поймать. А Исиду надо проучить, девочки. Можно. А то всегда Исида все придумывает, и расплачивайся мы. Пусть почувствует. Ну что, какое будет ваше желание? Ты должна поцеловать первого встречного мужчину. Пожалуйста. Я думала, вы придумали что-нибудь поинтереснее. Ой, неужели ты это сделаешь, Исида? Для меня это пустяк. Подумаешь. Ой, смотрите! А вот и мужчина! А может быть, что-нибудь другое, а? Нет! Наше желание останется прежним. Эй, девушки! Я согласна, девочки. Только тихо. Пусть он сейчас подумает, что у нас производственное совещание. У вас что, производственное совещание? Да, не мешай! Вот видите, он же понятливый. Понятно! А сейчас? Что это ты все увиливаешь? Ведь договорились. Ты же сама придумала. Я не увиливаю, девочки. Я поцелую его, честное слово. Только не торопите. Вот сейчас он пригласит нас в свою машину. Девушки! Если вы коршинские, садитесь, подвезу до почты. Вставайте. Ну, что я говорила? А меня в кабину. А Звеньевая может сесть в кабину. Вот в кабине я его и поцелую. Давай помогу, красавица. Я не красавица, меня зовут Исида. Какое имя у тебя, а? У тебя берет тоже ничего. На папаху смахивает. Да. Тебе не страшно, Сида? Нисколечко. А как мы узнаем? Отсюда ничего не видно. У него спросите. А что спросит? Не бойся, ничего страшного. Поехали.
Исида говорит, что это я. Да, я неудачный фотограф, и мое имя склоняли по всем 24 падежам даргинского языка. Эх, если все поэты, которых столько развелось в наших горах, могли бы сказать, я неудачник, я неудачный поэт. А племянница моя Исида, талант. Талант, талант. Нажимай. Не твое дело. Ну почему Аллах ей-то не дал родиться джигитом? Ну-ка. Готов. Это верно. Как и то, что ты забыл кассету открыть, дорогой Халил. Неспроста, клянусь Аллахом, тяжела моя папаха, потому что нету сына у меня. Словно в книге многоточие, в моей жизни двоедочие, я папаху сдвину на глаза. Но коль с помощью Аллаха дочку выдам за папаху, изменю осанку я тогда. Зятя обниму, как сына, на бекрень папаху сдвину, и пойду я гордо по селу. Я решил, и будет посему. Вовремя ты явился, к нам гость пожаловал. Чапка Саид все время напрашивался к Исиде в женихи. Но, слава Аллаху, пока этот плешивец причесывался, свадьба кончилась. Приветствую тебя, Чапка Саид. Что привело тебя к сакле моей? Захотелось вновь повидать тебя, почтенная Миргазила, и вручить тебе в виде подарка. Как всегда. Варенье. Сок. Пюре. Повидло. Компот. Джем. Конфитюр. Все из яблок. Но вот и кое-что другое. Маленький сюрприз. В виде Колыма? Успокойтесь, почтенная Миргазила. Колым — анахронизм. А я, как инженер-технолог, заявляю, мы не ждем милости от природы, мы их берем. Это новое слово консервной промышленности. Просто яблоки. Маринованные. Твоя щедрость поистине не знает границ. Да что там. Этого добра... Это же богатство нашего края. А я переработчик, не больше. Я склоняюсь к мысли, что ты можешь быть достойным мужем моей младшей. Вот уж ко времени сказать. Посади муравья на ногу, он и до шеи доберется. Не знал, что в ауле Карши живет такая девушка. Ты чья дочь? Карабудай, мог бы ты выполнить одну мою просьбу? Да для тебя хоть тысячу. Ой, только руль не выпускай. Нет, одну. Когда мы приедем, к тебе подойдет одна из девушек и спросит. Правда? А ты ответишь «да». А что спросит-то? Ну, спросит «правда», а ты ответишь «да». Или просто кивнешь головой. Не понимаю. Ну, у нас был такой уговор. Жребий. Я должна была... Дать мне пощечину? Да нет же. Поцеловать?
Пожалуйста. То и приятно. Хочешь узнать человека, или заключи с ним сделку, или соверши путешествие. Хотя бы вот такое, короткое и безопасное. Карабуда, она... Да! Странная ты, Исида. Одни, если их целуют, говорят никому ни слова. А ты не поцеловала меня, просишь, чтобы я сказал «да»? Это если их целуют, а не я кого-нибудь. Ты мог не говорить «да», только кивнуть головой. Вот. Из тысячи просьб ты выполнил мою одну. Спасибо за помощь. Прощай. Покажет милость, просветит меня, что со мной случилось среди бела дня. То ли смех, то ли слезы рвутся из груди. Подскажи мне, песня, что же впереди? Бесполезно ждать, для того дорога, чтоб друзей встречать. Не друзьями стали ветер и трава. Почему же ходит кругом голова? Может быть, мне это все приснилось. Карабудай! 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 Ты же не наш, не нашу почту выгружай, да суптицы! Подожди, подожди! Нет, подожди! Да ерунда это все, Хасанбек! Слушай, ты что? Что ты делаешь, ну? С ума сошел, и? Моя сестра Ашура. Мать Исиды, да продлятся ее годы, ничего не могла поделать и родила мужу двух дочерей. А ну-ка, подойди ко мне. Ах, что с тобой, отец? Ничего. Воистину права народная мудрость. Ударит дочь папахой, и если устоит на ногах, пора выдавать замуж. А мы все думаем, что она у нас маленькая девочка. А я давно твержу, что я взрослая и могу поехать учиться в город. Нет, это совсем другое дело. Одной жить в городе, в общежитии, это не для порядочной девушки. А вот если будешь замужем, тогда, пожалуйста, учись, если муж будет согласен. Смотри, какая ты у меня красавица.
любой возьмет. Зачем мне любой? За любого никто тебя и не думает выдавать. Вот Чапка Саид, например. Разве это любой? Инженер-технолог? Фу, у него глаза бегают, как будто бы он наблюдает за игрой в пинг-понг. Да это он за тобой наблюдает. Целый год к нам ездит с подарками. Калым, а меня вы спросили? Какой Калым? Ты что, разве я допущу? Подарки это. Вспомни, мерза. Помолчи, Ашура. Я вижу, что дочери замуж пора. У всех и седа ты давно на виду. А значит, недолго накликать беду. С росинку всего лишь свершится огрех, а сплетники скажут: росинка, орех. Вспомни, мерза, на своем настоял и старшую дочь против воли отдал. Взошла ее доля репьем среди скал. Какую судьбу, Хадиже, ты сыскал? А разве себя ты за это коришь? Ты зятя, гуляку во всем и винишь. Вспомни, мерза. Причем, Хадиша, помолчи, Ашура, что в дочери толку одна мишура. Они словно камни для сады чужой, ведь шает с годами мой дом родовой. Коснись не сумела мне сына родить, а можно ли дочками род укрепить? Вспомни, мерза, где-то лунная ночь, где бедная сакра у края скалы, где птица упавшая словно звезда, где юноша смел с любовью в глаза, где нежная сильная горца лука. Помнишь, мерза? Замолчи, Ашура. Ну, так вот, мне нравится один человек. Кто он, этот человек? Это моя тайна. Разве могут быть тайны от родителей? Могут. Вы ведь меня тайно сосватали. Ну, тогда вот что. Как тебе не стыдно, отец? Сейчас ведь 20 век. Вот потому я тебя и запер. А в 21-м выпущу. Дядя Халил! Лучше, чем хорошее начало, благополучный конец. Слушай, кунак дорогой, что ты там видишь такое? Последнее солнце скоро уйдет за горы. Ну и что же? Я как старый работник связи заверяю тебя, не жалей. Солнце завтра снова придет. Это так долго. Что? Завтра. Долго, говоришь? А? Ай-яй-яй, я на почте подумал, что ты с ума сошел. Оказывается, ты спятил. Я пожалел, что у твоей машины фары не работают. Фары не работают. А ты говоришь это долго. Ну, тогда ты меня извини, я скажу правду. Вот цветные стекла в моих окнах совсем не для красоты.
А чтобы ни гость, ни хозяин не замечали, кто из них покраснеет. Садись, кунак дорогой, я несу курзе. Давным-давно в наши горы приехали ученые Карабудай, да, чтобы составить словарь нашего языка. Вот одного горца спрашивают, как называются, по-вашему, горячие пельмени? Курзе, говорит он, а холодные? А мы никогда не даем им остыть. Давай, дорогой, и мы не дадим им остыть. Вот. Так. Сейчас мы хлебнем. Пожалуйте. Вот. Хувай. А ты? Ага, понимаю, понимаю. Ну, нельзя же все время говорить, только потому, что у тебя под носом находится рот. Хасанбек, ты где? Я пришел! Эй, мы ж сегодня не договаривались! Когда цирюльникам нечего делать, они бреют головы друг другу. Хасанбек, чудак. Последние лет 50 снимается только у меня и каждый раз спрашивает, кто это такой на фотографии? Садись, дорогой, продолжим. Иначе тебя уволят без документа. Ты так смотришь на осла, будто спросить хочешь у него что-то. Хочу. Ну, спроси, спроси. Кто у тебя ночевал сегодня? Ты что, у меня? Нет, это пока тайна. Не могу сказать. Вот видишь, выходит, что и у осла нельзя спрашивать, когда среда. Хасанбек, тебя уволят с работы с таким удостоверением личности. Не понимаешь, да? Ты как тот пес, скажешь, возьми, понимает. Скажешь, положи, не понимает. Готово? Кто тебя научил так?
Что это? Я первый раз вижу. Ты кассету забыл вставить, дорогой Халил. Ой, ой, не могу. Повезло нам, что у самого родника закипел наш старикашечка. Но тот источник и седа навсегда останется в моей памяти. Якорь Будай, навек запомню тот источник, потому что там я познакомилась с тобой. Ты шутишь, Исида, а я серьезно. Не так серьезно, как долго. Но я еще не все сказал. Все равно не скажешь. Почему? Потому что петь собрался. Мне в горах поет родник Исида. И сигналит грузовик Исида. В небе облако плывет Исида. И рокочет самолет Исида. Это имя словно мед на устах. Это яблоневый цвет на ветвях. Это светлое оконце во тьме. Исида словно солнце во мне. Пролетает мотылек Исида, спорит с ветром тополек Исида, словно струны провода Исида, и повсюду и всегда Исида. Это имя словно мед на устах, это яблоневый цвет на ветвях, это светлое оконце во тьме Исида. Словно солнце во мне. Это светлое оконце во тьме, и всегда словно солнце во мне, и всегда словно солнце во мне, и всегда словно солнце во мне, и всегда. На своем осле я бы уже давно была на консервном заводе. Хотя Карабудай был без коня и без папахи, и не из нашего аула, но оказался настоящим джигитом. В работе отличиться, знай, работа не волчица, потому и в лес не убежит. Ох, хлопотное дело, незаметно и умело заполни день своим трудом, чтоб от добра ломился дом. Не пугают нас излишки, для того и есть сберкнижки. И еще багажник «Жигулей». Деньги делают мужчину, можешь ты достать машину, а на сдачу прикупить жену. Красавица любая, очень жарко обнимая, скажет, дорогой мой, я люблю тебя. Здравствуй, Чапка Саид. Здравствуй, Исида. А как ты сюда попала? А ты, оказывается, свататься вчера ко мне приезжал? Да, приезжал. Но Горянке так не пристало разговаривать со своим женихом. А это почему?
У нас есть обычаи, которым мы должны следовать. А если я не согласна стать твоей женой? Во-первых, это решаешь не ты, а твой отец. А во-вторых, неужели я тебе не нравлюсь? Очень нравишься, Чапка Саид. Я даже твой портрет вчера нарисовала. Не похоже! Это не я! Не став женой, ты начинаешь оскорблять меня! Забери, пожалуйста, свои консервы. Я ничего не знаю. Консервы не мои. Не заводится без буксира, старикашечка. Ну что ты с ним будешь делать? Корову дай! Да! Не дай ему идти! Если ты просишь, не дам. Забирай свои банки, Чапка Саид. Они не мои. Я их в первый раз вижу, товарищи! Карабудай, скажи ему что-нибудь по-мужски. Ведь я его совсем не знаю. Неудобно. Какой же ты тогда горец? Не могу. Если бы он меня разозлил. Теперь я понимаю, почему ты носишь берет вместо папахи. Эх ты! А говорил, что любишь меня. Люблю. И сюда. Подожди! Я все расскажу отцу! И это вам будет дорого стоить! А вы молчите! Подорежьте тут всякого трепеля! Не проехать, не пройти! Ну, давай, старикашечка. Давай, старикашечка. Люблю я ее, люблю. Нравы у людей не везде одинаковы. И то, что у одних людей в порядке вещей, другие, горцы, например, могут принять за оскорбление. О, почтенный Амир Газела Мирза, солнце уже за горой. Где невеста моя, Исида? Она еще не вернулась из города. Мы отпустили ее... Помолчи, Ашура. Она осталась погостить у своей старшей сестры Хадижи. А это кто же, как не сама Хадижа? А это моя старшая дочь Хадижа. Приехала с детьми погостить, отдохнуть к нам. А у кого же тогда младшая? Младшая завтра приедет. Мы разминулись в дороге. Они разминулись в дороге. Они разминулись. Хорошо. А теперь совсем о другом. Идите сюда. Что? Все идите. Я специально привез показать тебе. Что это? Ассорти. Так в Болгарии это называют. И кто тебе это прислал оттуда? Твоя младшая дочь с одним шофером. Не надо ставить капкан у порога соседа.
Может, придется попросить огня. Искандер. Здравствуй. Что случилось? Где Хадижа? Должна была быть здесь, но пропала. Как пропала? А дети? Ты что? Спроси своего отца! Это его воспитание. Он никогда меня не уважал. Заслуженным работником культуры называется. Исида. Дорогая, я все сделал. Честное слово. Я немножко подождал, разозлился и сделал. Правда? Ты все ему сказал? А куда ему было деваться? И чтобы он не смел обо мне думать. Да уж постарался. И что ты любишь меня? Все выложил одним махом. А консервы? Туда же, в багажник. Ты настоящий джигит, Карабудай. Теперь я могу спокойно ехать в Карши. Последний автобус уже ушел из сюда. А мой старикашечка еле дышит. Даже не знаю, как быть. И сестры дома нет. И дождь скоро начнется. И сюда. Моя мать и братья будут очень рады, если ты погостишь у нас, а? Карабудайка, и где ж тебя беда застала? Я уж хотел буксир посылать. Почту успел развести? Развез. А новую тебе пора садиться. А если эту починить? У меня с ней много памятного. Пусть лучше машина будет новая, а воспоминания старые. Карабудайка, украл, что ли? Нет, просто нашел. И долго ты искал в горах такую фиалку? Всю жизнь, дядя Ваня. Поздравляю. Здравствуй, красавица. Меня зовут Исида. Исида. Кто ищет и ждет, тот найдет и дождется. Рустамчик, милый, я согласна. У меня ведь тоже сестра есть, а братьев ни одного. Ой, Зида, дорогая,
ты же устала. Пойдем, я приготовила тебе постель во флигеле. Беги. Пойдем, пока дождь не полил. Да! Мама, я провожу! Мокрая какая. Ой. Тут у нас вроде летней дачи. Ой. Давай. Спасибо. Тебе здесь будет хорошо. Ну, сюда. Спасибо тебе. Спокойной ночи. Иди. Спокойной ночи. Да. Вот здесь выключатель. Ага. Будильник есть. Поставишь, если надо. А, хорошо. Ой, цветы какие. Это мама для тебя. Ну, пошел. Ага. Передай маме спасибо. Передам. Все. Что случилось? Карабудай, ты не беспокойся, я не испугалась. Только вот гром из потолка почему-то капает. А, думал завтра потолок доделать к осени. Сейчас устроим. Все, руки не доходили. Пусть грохочет, ты не бойся. Она мне страшна теперь, правда? Нет, страшно все-таки. Спасибо тебе. Спокойной ночи. Ну, еще раз. Спокойной ночи. Час? Нет, он сам. И шкаф у вас тоже. А что шкаф? Ты можешь им пользоваться вполне. Какая красивая скатерть. Она же испортится. Давай наведем порядок. Будешь помогать. Здесь ты хозяйка, я сегодня гость. Ах так. Ой. Гость уважаемый, да не обидит хозяйку этой сакли, примет угощение. Ha 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 ha!
Восходит солнце! Я там дальше пойду. Здравствуйте, дядя Амир! Здравствуй, Аймисай. Айседа скоро приедет? Еду, еду за ней. Скоро. Дядя Амир, а правда, что вы запретили показывать кинокартину «Горный Ноктюрн»? Ты хоть знаешь, что обозначает слово «Ноктюрн»? Нет. А вот если бы я посмотрела? Нет, а туда же. Вот бы и посмотрела. В буквальном переводе с французского это, понимаешь, все дело ночью происходит. А во тьме что хорошего? Не буду же я тебе свою автобиографию рассказывать. А при чем тут ваша автобиография? Я жизнь прожил, и поэтому много знаю. Но ведь вы, говорят, даже до конца не досмотрели этот фильм. Мне не надо смотреть до конца. Я знаю, чем это кончается. Жаль, что вы один знаете, а другие нет. А мне давно жаль, Аймисай. Никак не может накинуть уздечку на какого-нибудь джигита. Сердце не скатерть. Перед каждым не раскроешь. Приходи, мой жених, станет в доме теплее. Не гляди на других, ты меня пожалей. Днем сижу я одна, и весь вечер одна. Ночью мне не до сна. Ты меня пожалей. Жизнь и душу мою, грудь со снега белее. Все тебе отдаю. Ты меня пожалей. Ты меня пожалей. Эскандер. Пожалуйста, будьте дорогие. Спасибо, дорогой. Спасибо. Эскандер. Я не договорил. Хотел спросить. Я не договорил. Вот какую дочь ты воспитал работник культуры. Ты можешь Нет. мне... Я не могу. Если не веришь, посмотри, что она вчера мне написала. Наш брак был ошибкой. Я ухожу и забираю детей. Какой такой ошибкой? Я что, не знал, кого беру в жены? Как я мог ошибиться? Я что, пьяный был? Ты же помнишь этот день. Какое право она имеет уйти без моего разрешения? Забираю детей. Они что, ее собственность? Это же мои дети, мои. Ты тоже виноват, Искандер. Ты груб с ней. Стал много выпивать. Я уже 1000 лет не пью. Так и передай Хадиже. А это... Не позор для мужчины, а семья, дети – вопрос чести. Ты попроси от моего имени, ну и через недельку,
чтобы она вернулась. Где Исида? Исида? Какая Исида? А, Исида! Кажется, она вчера была здесь. И пропала. Или уехала. Уехала? Как сейчас помню. Слушай, эй, парень, отвези меня в гор, в мой аул. Не могу, почтенный. Я на рудник почту везу. Потом отвезешь. Я тебе заплачу. Спасибо, отец. Меня на руднике ждут. А мне срочно домой надо попасть. Даю тебе 10 рублей. Не могу, почтенный. Ты что, хочешь 20 рублей? Автобусный билет стоит всего 2 рубля. Да возьмите такси, почтенный. А мне ехать надо. Нет, вы посмотрите на этого колымщика. Он хочет 50 рублей, чтобы купить себе нормальную папаху. Стой, стой. Уважаемый Аксакал, нехорошо нарушать порядок. Пройдемте. Что? В отделение меня поведешь? Из-за этого, да? Из уважения к вашему возрасту. Я вас провожу на автобусную остановку. А? Спасибо, сынок. Спасибо. Что делаю, но пришла. Пришла и все. Закрой ворота, или я сама закрою их. Тебя могут убить. Ты любишь меня? Хадижа, дорогая, это же совсем как про нас с отцом. Успокойся, мама, это не про вас. Посмотри, вот сейчас стрелять будут. Да не будут. Я бы сам за тобой пришел. Ты опоздал. Отец просватал меня за двоюродного брата. Они сейчас должны приехать за мной. Закрой ворота, или я уйду. Не уходи. Я закрою. Уволю. А мы ни при чем. Аксакалы просили показать. Я вас, мои слова, как овечий помет. Пусть себе сыплется. Не слышно, да? Почему? Я всегда прислушиваюсь. Но Аксакалы... Обоих уволю. Часть кончилась. Когда придешь к моим родителям, не забудь мой аттестат. Он в шкафу. Хорошо. Если отец будет хвататься за ружье, не бойся. Оно не стреляет, по-моему. По-твоему? Угу. Ну вот. А ты говорила, что меня хорошо встретят? Так встретят, конечно же, хорошо. Правда, мой дядя Халил говорит, что... Лучше, чем хорошее начало, благополучный конец. Но ведь ты же джигит. Моя любовь тебе поможет. Слава тому, чьим именем мы живем. Заходи, брат. Заходи. Какие новости? Все хорошо у нас, слава Аллаху. Вот и сюда. Не плачь, сестра. Успокойся, брат, найдется не ягненок. Говорил тебе, родила бы сыновей, меньше было бы мороки. Правильно я говорю, Мирза? Какая разница? Правильно ты говоришь или неправильно? Ой, не говори. Я вчера вычитал, что в одной семье столетняя горянка родила двойняшек. Да? Да. И этим ты хочешь успокоить меня? А вдруг Ашура родит мне еще двух дочерей? Да, в самом деле. Ведь черная шерсть от стирки не побелеет. Какие у тебя новости? Как снимаешь? Получается? Снимаю. Снимаю. Правда... Купи себе новый аппарат, брат Халиб. Вот такой вот. У меня, посмотришь, все вверх ногами видно. Это интересно. А этот
Человеку дано ошибаться, так как он скормлен сырым молоком. Салам алейкум. Мир дому твоему. Как поживаешь, о почтенный Амир Газила Мирза? Слава Аллаху, все хорошо у нас. Вон Хадижа к нам приехала погостить с внучками. Хасанбек, а кого это ты оставил у ворот? Друга своего. Отличный парень. Кто же держит гостя у ворот? Зови его в дом. Это не просто гость. Это жених вашей Исиды. Тот, у кого жмут башмаки, не слышит слов. Интересно. Интересно. Он очень хороший. И как человек хороший. И как почтальон хороший. Все равно. Зови его в дом. Хочу посмотреть на человека, из-за которого дочь опозорила своего отца. Карабудай! Иди сюда! Посмел явиться в мой дом. Неси скорее ружье, Шура. У меня с этим прохвостом старые счеты. Почтенный Амир Газила Мирза, если бы я тогда даже знал, что вы — это вы, я бы все... Неси скорее ружье, Шура. Я прострелю эту паршивую голову недостойной собаки. И такого человека могла полюбить моя дочь? Не верю. Ты обманул ее, подлец. Успокойся. Карабудай. Жаль, что Аллах... Тебе сейчас лучше уйти. Отец за меня сегодня понервничал. Карабудай, как старый работник связи, заверяю тебя, уезжай. Он тебя сегодня не примет. Ну что, Кара, хорошо на новой машине? Не очень. Старая у меня счастливая была. О, вернулся. А мы тут волнуемся. Карабудай-ка. Да ты что? Я б с такой невестой танцевал, а ты ходишь. Ну что? Как отец? Поговорили? С твоим отцом особо не поговоришь. Неудачно съездил? Да. Не хотел я свадьбу играть без ее родителей. Без родителей нельзя. Это что у вас, что у нас не положено. Я вижу, ребят, тут без коллектива не обойдешься. Завтра одна наша колонна идет мимо твоего аула. Против коллектива не попрешь. Всех переплюнул.
В нашем ауле такого колыма еще никто не видел. А это Амир Газилав под старость лет решил таки хановство. Неужели это все нам? Даже мой Искандер не решился бы на колым. Какой еще колым? Я его на порог не пущу! Ашура, не снимай ружье! Проклятый шофер. Почему парторг? Почему профорг? О! Где хорошие цветы, туда и пчелы летят. Входите. Разрешите? Здравствуйте, почтенный Амир Газила Мирза. Мы приехали к вам. Я согласен. Пусть женятся, разводятся, их дело. Я на все согласен, только умоляю тебя, увези поскорее этот колым, не позорь. Я старый культработник аула, что люди скажут, а? Не возьмешь. Да не колым это. Подарки для родителей невесты, и ничего особенного. 5 мебельных гарнитуров, 6 тонн цемента, 12 тонн венгерских уток, 2 тонны молока и всякая всячина. Умоляю, не позорь. Ну, тогда зовите молодых. Мир вашему дому, почтенный Амир Газила Мирза. Я с удовольствием подвезу вас куда угодно. Доченька. Но в тот день я... Хоть одно желание своего тестя ты можешь исполнить? Любое, о почтенный Амир Газила Мирза. Тогда выкинь ты свой берет! Этот берет я хотел сохранить как память она. Ну, если это вы хотите... Утихли все страсти напрасные, мы теперь неразлучны в пути. Это яблоки, яблоки красные, помогли нам друг друга найти. Найти! Красных яблок пора, выходи со двора, не сиди у ворот, тот, кто ищет, найдет.